Доброе утро. В прямом эфире новости на 12 канале. В студии Регина Абузарова. И вот главное к этому часу. Большое дело в свободное от учебы время. Разработали по заказу с фронта вот такие специальные детали для снарядов. Омские студенты и преподаватели собирают технику и комплектующие для бойцов СВО. Используют даже 3D-печать. Отметки выросли значительно. Уровень воды в Иртыше продолжает подниматься. Стоит ли опасаться серьезных подтоплений? Песни и танцы как терапия. Очень мне понравилось, очень полезно и развлекательно. Омским пенсионерам рассказали, как правильно следить за здоровьем без лекарств. Массовая задержка рейсов в Омском аэропорту. В городе сегодня утром не смогли приземлиться сразу несколько самолетов. Причиной тому стал густой туман. Борт из Санкт-Петербурга и вовсе был перенаправлен в аэропорт Толмачево-Новосибирск, а из Москвы в Тюменский-Рощино. Также сегодня из-за погодных условий не смогли отправиться самолеты из Омска в столицу. Задержка в некоторых случаях составила до 6 часов. Омичей ждет значительное потепление, но оно будет кратковременным уже сегодня. По данным Опиртышского управления по гидрометеорологии, воздух прогреется до плюс 16. Завтра столбик термометра может подняться еще выше, но при этом в утренние часы ожидается туман. В субботу также не исключен дождь, а порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду. Да и тепло задержится ненадолго. Уже в ночь субботы на воскресенье температура местами опустится до минус 10. Если верить долгосрочным прогнозам, вся следующая неделя будет достаточно прохладной, но с плюсовыми показателями. Однако возможен снег с дождем. Потепление ожидается только к выходным. С приходом тепла в Омской области обнаружили опасного лесного вредителя. Большие черные еловые усачи активно атакуют леса. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Их движение замечено в Тевриском и Знаменском районах. Насекомые считаются наиболее массовыми вредителями. Они наносят деревьям серьезный ущерб. Их основной лед начинается с мая-июня и длится до августа. Есть мнение, что усачи опасны и для человека, но, как поясняют специалисты, это заблуждение. С целью локализации очагов на лесных участках будут проводить комплекс мероприятий по борьбе с вредителем, пояснили в ведомстве. Уровень воды в Иртыше поднялся значительно выше прошлогодних отметок. Об этом сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Показатели выросли на 25 сантиметров всего за пару недель. Специалисты утверждают, на это повлияло активное таяние снега. Так, начиная с 24 марта, уровень реки каждые сутки поднимается до 3 сантиметров. Как выяснилось, увеличились и сбросы воды из Шульбинского водохранилища. Отмечу, что активный рост показателей обычно наблюдается во второй декаде апреля. Но даже несмотря на это, опасных отметок, по словам метеорологов, не ожидается. Техника собственной сборки, окопные свечи и масксети – все это студенты и сотрудники Сибади отправляют на передовую. Так, наряду с учебными кабинетами появились импровизированные цеха. Используют в работе в том числе современное оборудование. С помощью 3D-принтера распечатают даже комплектующие для боеприпасов. Собирают и крупную технику для отправки за ленточку. Подробнее в материале Валентины Шемякиной. За оказанную помощь и поддержку выполнения задач специальной военной операции. Спасибо, братья! Победа будет за нами! Слова благодарности прямиком с линии фронта. Две таких буханки купили и передали бойцам студенты и сотрудники военно-учебного центра Сибади. Сегодня в университетской автомастерской собственными силами собирают квадроцикл. Техникой дело не ограничивается. В одном из помещений развернулся настоящий цех по производству окопных свечей. За ленточку военно-учебный центр отправил их уже более 700 штук. Я чувствую причастность к большому делу. Нашим парням сейчас тяжело на передовой, и я хочу им как-то помочь. Идея волонтерского производства пришла внезапно. Кажется, на этом настояла сама судьба. Раньше такой же цех работал в одной из омских школ, но ее закрыли на ремонт. Сотрудники передали оборудование и материалы в университет. Окопные свечи универсальны и жизненно необходимы для бойцов. У нее можно погреться, разогреть еду и подсушить одежду. Выдает ее присутствие лишь пламя, которое горит до 8 часов. Ни дыма, ни запаха. В своей волонтерской деятельности используют даже современные технологии. 3D-принтер печатает небольшие, но важные на фронте детали. Это устройство, приспособление для облегчения снаряжения магазинов патронами. Вот. Используется нашими воинами для снаряжения, когда нужно много магазинов сразу снарядить. Тем более, учитывая сейчас вот погодные условия, на холоде пальцы быстро застывают и тяжело много магазинов снаряжать просто руками. Это еще не все возможности оборудования. Печатают на 3D-принтере и комплектующие к боеприпасам. Разработали
по заказу с фронта. Вот такие специальные детали для снарядов, которые будут сбрасываться на врага. Для полноты снаряжения плетут маскировочные сети. За время работы создали уже 20 полноценных комплектов. Для понимания, ими можно накрыть целый танковый батальон. Охватить такой фронт работ сложно. Без преувеличения, в помощи бойцам задействован каждый студент. Потому что это считается патриотизмом, и каждая сеть может спасти бойца. К волонтерству подключаются не только студенты и преподаватели, но даже дети сотрудников. Так, сын одного из них передал за ленточку свой домашний квадрокоптер. За 5 раз он 2 раза вскрыл действия противника на противоположной стороне реки, потому что его используют понтонеры. О своих тут точно не забывают. Множество бывших студентов военно-учебного центра сейчас защищают честь страны на передовой. Причем отправились туда добровольцами. Преподаватели постоянно поддерживают с ними связь, ждут звонков. Но пока готовят новых, не менее смелых и отзывчивых студентов. Валентина Шмякина, Сергей Гаврилов, 12 канал. Другим темам. Хотел защитить детей, а меч, которого жестоко избил подросток, рассказал детали конфликта. Инцидент произошел на прошлой неделе в микрорайоне Рябиновка. В кадре видно, мужчина стал жертвой агрессивного школьника. Он стоит на коленях, предпринимает попытку подняться и получает от подростка удар ногой в лицо. За пару часов этот ролик облетел все соцсети и вызвал широкий общественный резонанс. В разговоре со съемочной группой 12 канала потерпевший пояснил, он отец 2 детей, и потому, когда увидел драку школьников, не смог пройти мимо. Решил проявить активную гражданскую позицию, разнять хулиганов, но неожиданно стал для детей врагом №1 и едва не угодил на больничную койку. Я говорю, я тебя бить не буду, потому что ты малолетний, меня еще за это, может, арестуют и посадят. И потом я уже не помню. Как потом выяснилось, что пошел первый удар, потом я пришел в себя, зашел в магазин, купил продуктов и поехал на собственной машине домой. Так что если там говорят, что я был пьяный, я абсолютно был трезвый. Позже школьники признались стражам порядка, драка была не настоящей. Подростки баловались и потому разозлились, когда взрослый прервал игру. Итогом скандала стали сразу 2 заявления в полицию. Как оправдывают себя участники потасовки, почему пользователи соцсетей недовольны реакцией полицейских, как прокомментировали драку в администрации и виноват ли нашумевший сериал. Подробности резонансной истории в новом выпуске проекта «Основано на реальных событиях. Омск» сегодня в 20 часов. Терапия через песни и танцы. Для старшего поколения в штабе общественной поддержки «Единой России» региона прошли мастер-классы, лекции от врачей и практические занятия с волонтерами-медиками. Первая встреча состоялась в рамках цикла проекта «Улица здоровья». Мероприятия станут постоянными, а с приходом тепла планируется проводить их на свежем воздухе. Гости получили багаж знаний по технике скандинавской ходьбы и корректному подбору спортивного инвентаря. Очень мне понравилось, очень полезно и развлекательно, и вообще очень хорошо, мне очень понравилось. Мы говорили о важности правильного питания, о важности энергопотребления и энергозатрат уравненных, чтобы держать это все в балансе. Проводили танцевальную терапию. Отмечу, что стать участником мероприятия могут все желающие. Для этого необходимо заранее записаться по номеру телефона 310-015 или обратиться лично в штаб общественной поддержки «Единой России» по адресу проспект Карла Маркса, 6. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Путешествие по сказкам. Алиса в стране чудес. Маугли, Аладдин, бременские музыканты. Экзотические животные с царицами тропиков, пумами. Грандиозное шоу о добре и любимых сказках в Омском цирке. Невероятные усвинские столбы, бескрайнее Онежское озеро и живописная долина реки Чулышман. Увидеть множество и других уголков России вы сможете вместе с Макфой. Купите любимую продукцию Макфа на сумму от 150 рублей в чеке, зарегистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше 3 путешествий и 800 других призов. Открывайте красоту России вместе с Макфой. Продукцию торговой марки Макфа спрашивайте в магазинах города. Если радио, то максимум 105 FM в Омске.
Разгадать загадку старой игрушки и окунуться в детство. В омском цирке свои гастроли продолжает одно из самых удивительных представлений. Зрители ждут захватывающие номера, яркие костюмы и экзотические животные. Цирковой спектакль – это большая история, которая объединила в себе калейдоскоп красок и жанров. Подробности в материале. В цирке не понаслышке знают, как важна безопасность. Артисты подчас выполняют сложнейшие трюки со страховкой. А для зрителей фильтром спокойствия служит тщательный контроль на входе. А мечи относятся к таким мерам с пониманием. Впереди их ждет 2 часа погружения в удивительный мир сказок. «Алиса в стране чудес», «Золушка», «Маугли», «Аладдин» и «Бременские музыканты». Цирковая программа захватывает дух. Юные зрители ни на секунду не отрывают взгляда от арены. Веселые клоуны заводят публику шутками друг над другом и взаимодействуют со зрительным залом. Еще одна фишка программы – интригующее иллюзионное шоу. Сказочные картинки меняются одна на другую, словно сообщая зрителю: «Не удивляйся волшебству, в каждом из нас живет волшебник». Нам очень понравилось, было очень весело. Видно, что ухоженные животные, такие красивые, упитанные. Это очень важно, когда ходишь в цирк. И нам было невероятно классно наблюдать. Мне очень понравилось, особенно как прыгали собачки и актеры этого представления. В цирковом представлении «Загадка старой игрушки» на манеж выходит множество животных, причем экзотических – крокодилы, пони, ламы, верблюда и даже пумы. Омский зритель очень теплый, очень классно работать с ними. Выходишь и прям кайфуешь что-то. Чтобы увидеть представление, многие билеты купили еще за месяц до премьеры. Впечатления шикарные, давно не были в цирке, очень рады, тем более омский наш цирк. Мы в восторге. Что больше всего запомнилось? Ой, да все, ребят, все. Акробаты, эквилибристы, фокусники, все шикарно. В период школьных каникул сделала подарок детям. Во-первых, еще услышали прекрасные отзывы об этой программе от коллег по работе. Поэтому поспешили за билетами. «Загадка старой игрушки» – это не просто калейдоскоп номеров. Это единая композиция, невероятное количество реквизита, яркие костюмы, в которых продумана каждая деталь. Это шоу, которое нельзя пропустить. Осталось всего 5 спектаклей. Зрителей ждут в омском цирке 6, 7, 13 и 14 апреля. Далее программа продолжит свои гастроли, которые расписаны на год вперед. Спонсор выпуска ООО «Центр дентальной имплантации «Атлант». Стоматологическая клиника «Атлант». Лечение, протезирование и имплантация зубов во сне. Только в апреле скидка 35% на импланты. И о погоде. Завтра, 6 апреля, в Омске переменная облачность без осадков. Ночное время плюс 2, плюс 4. Дневная температура 7-9 градусов выше нуля. В районах облачно, небольшой дождь. Ночью плюс 4, плюс 6. Днем до плюс 16. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметров ртутного столба. Пока вы сладко спите, мы лечим ваши зубы. Клиника «Атлант Стоматология». Лечение и имплантация зубов во сне. Только в апреле скидка 35% на импланты. Телефон 21 90 66. Далее смотрите программу «Управдома». Следующий выпуск новостей в 14 часов.